Всем привет! Рада видеть вас на канале Аоле-сан. Сегодня мы продолжаем обзор парка достопримечательностей «Окно в мир», который находится в китайском городе Шэньчжэнь. Это уже вторая часть видео про этот парк, так что если не видел первую, подпишись на мой канал и обязательно посмотри. И погнали! По парку можно перемещаться несколькими способами. Ну, во-первых, на своих двоих, как это делаем мы. Для тех, кто не любит или не может ходить пешком, есть двухместные скутеры. Они похожи на машинки для гольфа. Ну, или вы можете перемещаться на вот таком автобусе вместе с экскурсионной группой. На территории парка очень много мест, где можно подкрепиться. Для бюджетных туристов есть кафешки, в которых вам с любовью заварят вкусный китайский доширак. И вы сможете его съесть вот за таким столиком под зонтиком. Ну а если ваш бюджет вам позволяет отобедать в ресторане, то для вас есть вот такой классный атмосферный деревянный ресторанчик над водой. И вот мы добрались до Европы, а точнее до Венеции, и тут нас встречает Дворец Дожей. Оригинал находится на площади Святого Марка в Венеции. Богатая внутренняя и внешняя отделка, обширная коллекция предметов старины, а также многовековая история сделали это удивительное сооружение одним из самых популярных и посещаемых музеев в городе на воде. Ну и конечно же здесь представлен мост вздохов, он соединяет здание бывшей тюрьмы и дворец Дожей. По этому мосту водили заключенных на допрос, и в небольшие окошки, которые были на этом мосту, они в последний раз могли посмотреть на Венецию перед тюремным заключением. Отсюда и такое название – мост вздохов. Ну а дальше мы попадаем в Австралию, и здесь есть один из ее главных символов – это Сиднейский оперный театр. А также здесь есть копия самого большого в Сиднее моста, который называется Харбор Бридж. И снова возвращаемся в Европу. И вот под конец дня мы добрались до Парижа. Эйфелева башня полноразмерная. Выглядит в точности как оригинал, и по-моему на нее даже можно подняться и посмотреть на весь парк с высоты птичьего полета. Ну и конечно же здесь есть Триумфальная арка, один из общепризнанных символов Парижа. Это самая большая арка в мире. Оригинал арки расположен в Париже на площади Этуаль с видом на Елисейские поля.
Ну а если вы снова проголодались, то в парке есть вот такой вот классный фудкорт с очень большим выбором блюд и десертов. День уже подходит к концу, и мы быстро досматриваем оставшиеся достопримечательности. Вот здесь Колизей, а дальше будет фонтан из Люксембургского сада, который находится в Париже. Когда мы вышли из парка, нас ждал сюрприз. Оказалось, что еще не конец дня, и сейчас на той самой сцене из первого видео будет танцевальное шоу. Вообще места на шоу бесплатные, платные только те, которые находятся под сценой. Но так как, когда мы вышли из парка, бесплатные места были уже все заняты, мы купили билеты в платную зону, чтобы посмотреть шоу с комфортом. В этом шоу с помощью танца рассказывается история китайского государства и китайских династий. Показаны войны, победы, поражения, восхождение на престол, мирная жизнь. Также в программу вплетены танцы разных народов мира. Шоу поставлено очень профессионально и завораживает своей красотой. Так что мы его смотрели, не отрываясь.
Ну и в завершении вечера нас ждал салют из Эйфелевой башни, и мы, пребывая в полном восторге от сегодняшнего дня, от парка, от вечернего шоу, отправились на метро в свой отель. Итак, что же нас ждет дальше? И в следующем видео мы наконец-то отправимся к морю. Как же я долго этого ждала. Мы побываем на двух пляжах, Тачхон и Сичхон. Так что обязательно подписывайся на канал, ставь пальчик вверх, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, потому что их впереди еще очень-очень много, они все классные, интересные, тебе точно понравятся. И большое спасибо, что смотришь меня. Пока! И обязательно подпишись на мой инстаграм и тикток, там будет еще больше классных и полезных видео для тебя.